Она посогревает не только солнцем и теплым морем своих гостей, но и великолепием талантов. Отдыху в Анапе по праву можно присвоить 5 звезд. Такова концепция кульминационного праздничного концерта. Чередой ярких выступлений творческие коллективы показали, как с улыбкой работают горничные, официанты и прочий обслуживающий персонал. Зрители заглянули на лучшие кухни курорта и посмотрели, с какой любовью повара готовят для отдыхающих приморские деликатесы. Артисты рассказали об уникальной природе курорта и ее обитателях. Завораживающее лазерное шоу напомнило, сколько знаменитых на весь мир здравниц работает на территории Анапы. Даже Остап Бендер признал, что Анапа лучше, чем Рио-де-Жанейро. Поздравить анапчан и гостей курорта с открытием летнего сезона прибыли депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Харитонов, заместитель председателя Законодательного собрания края Петр Курдюк и министр курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя. Глава курорта отметил, что в этом году Анапа способна принять 5 миллионов туристов и оказать им достойный прием. Наша культура анапская сегодня показала, как надо работать нашему санаторно-курортному комплексу. И всем, кто занят в отрасли обслуживания наших дорогих гостей. Вы видели счастливые лица наших анапских детей? У этих детей действительно счастливое сегодня. Я хотел бы, чтобы у всех детей нашей страны было такое же счастливое детство. Курортный сезон 2015 года объявляю открытым. Событием вечера стало выступление звезд российской эстрады Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. Эмоции переполняли зрителей до самых небес. И в разгар вечера разразились в ночном небе праздничным фейерверком. Но праздник не завершился. Молодежное шоу-программа «В ритмах южного лета» продолжался далеко за полночь.